Администрация Твери ведет работу по обеспечению наборами гуманитарной помощи мобилизованных граждан. К сбору необходимому для них присоединились и жители областной столицы. Представители районных администраций распределяют наборы по пунктам сбора мобилизованных. В Твери, как и во многих муниципалитетах региона, сейчас собирают гуманитарную помощь для мобилизованных. К акции, которую инициировала администрация, активно присоединяются горожане. Сегодня утром наборы доставили в один из пунктов сбора в Пролетарском районе. Собрана помощь в виде хозяйственно-бытовых товаров и также средств, которые сделают более комфортным пребывание мобилизованных граждан в мобилизационном пункте. На пункт в центральном районе также завезено все, что сейчас требуется для пребывания мобилизованных. Предмет первой необходимости – чистящие и моющие средства, ведра, швабры, мешки для мусора и те вещи, которые нужны для бытового обслуживания помещений и общей доступности. На сегодняшний день пункты сбора обеспечены хозтоварами и предметами первой необходимости. Работа будет продолжена по мере возникновения потребностей.